Спасибо вам, победители! Низкий поклон вам, защитникам Москвы! Слава! 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 Ура! Итак, на Красной площади только что завершилось торжественное шествие, посвященное 69-й годовщине легендарного парада 41-го. Он состоялся в первый, самый тяжелый год Великой Отечественной, когда фашисты стояли всего в нескольких десятках километров от Москвы. После парада у стен Кремля войска шли сразу на фронт.